Привет, ребятушки, привет-привет. Так, у нас шпинат, мясо, свининка запеченная. Так, у нас отбивные куриные. У нас креветочки вот такие. Сейчас мы вкусненько сделаем. Так. Мяско, видите, какое? Так, ребятушки, сегодня у меня важный стрим. Все, кто живет в Америке, ребят, помогите человеку найти работу. Человек живет в Орландо. Вот. Очень требуется работа. Вот. Может, кто-то знает, как можно связаться с компаниями, которые набирают, допустим, на Аляске работать. Если кто-то знает. Пожалуйста, помогите. Прямо у человека руки опустились. Мясо офигенное. Очень надо. Женщина с гражданством, с английским языком, все в порядке там. Мне интересно, вообще кто-нибудь знает, как набирают на Аляску, например, на работу? Вахтовым методом. Куда обращаться? Это же не просто бери документы, иди к нам, мы тебя устроим. На Аляску ж не пойдешь пешком. Это ж явно какие-то компании нанимают. Работают. Телефоне обновление сделала. Падла, нет соединения с сервером. Не смогла прямой эфир провести. Привет всем. Так что, ребят, кто знает, как может человек устроиться на работу, помогите, пожалуйста. А? Может, какие-то рекрутерские агентства, которые в Нью-Йорке, там, в Пенсильвании, я не знаю, где, тоже занимаются наймом. Свининку 3 часа запекала. Она мне вчера звонит, а я не знаю, чем помочь человеку.
только на такие честные, знаете, агентства. А то есть, мы перед отъездом в Америку связались. Кто знает, Юрий Мойша в Нью-Йорке. Там у него помощник Владимир был. Мы ему звоним, здрасте, мы скоро в Америку приедем, нам нужна будет работа. Хорошо, платите $500. Ни работы, никто ничего не дал. Хорошо, платите $500. Ну, понятно, мы не заплатили, ну вот так вот и живут. А есть рекрутерские агентства, честные, которые ищут тебе работу бесплатно. Находят. За зарплату за первую неделю им перечисляет тот, на кого ты работаешь. Дорого это или недорого, это хотя бы, ну, не кидалово. То есть у тебя есть работа, ты отработал неделю. За эту неделю ты отправляешь рекрутерское агентство деньги, они отправляют даже. Хотелось с вами поговорить. И хера толку. Лёшка, мы уже скоро поедем? То, что, ребяшки, кто может помочь, помогите, пожалуйста, ну серьезно. Да, работа нынче это все. Имеешь хорошую работу, будешь иметь и дом, и бассейн, а без работы. Ничего не будешь иметь. Все, умирает мой телефон. Не знаю, что за обновление дебильное пришло. Все, ребятушки, напишите. Кто что знает, напишите, пожалуйста. Девочка живет в Орландо, женщина. Согласна даже поехать на Аляску на какое-то время. Кто знает, как их набирают, какие агентства, куда обращаться. Короткий роман любви моей.